Ela gosta. Не уходите, а, аккуратно. Не уходит мама, она уже раз, знаете, покладила. Ого-го. Прыгай, прыгай. Прыгай. Сама прыгай давай. Прыгай. Расходись на целый круг. Отойдите. Он дай. Оп. Опа. Давай нам бросим. Уже не я. Оценки поставлял. Оценки работают. Мы тут судьи красивые фотки нам получили. На оленя лучше. А оленя лучше. Жить здесь можно. Папа, а мама это мама.
все участвовали активно. И вы молодцы, сегодня тоже активно участвуете. Но самое хорошо знаете, Комлеков Чхилебека, вы хорошо знаете, кульминарная точка всегда состязание среди батыров, да? Когда говорят же, сильный народ, государство сильное. А чтобы сильным, надо заниматься, правильно, да? Вот сегодня этот батыр доказали, который сейчас вы будете свидетелями, занявшие первые, вторые, третьи места. Вот этот праздник, благодаря спокойствию, благодаря на нашей родине все хорошо, благополучно, благодаря хорошим организаторам, такие как Набиуллин Ришатакя, ваши аплодисменты. Если бы он не организовал бы так хорошо, вот этот праздник у нас не было бы. Благодаря вот этому товарищу, он сам мастер спорта по классической борьбе, неоднократный чемпион Республики Союза Ришатакя называют. Аплодисменты ваши. Молодцы, все живы, вы болеете за своих. А сейчас мы пригласим на сцену победители 2015 года Сабантуя. Первые, вторые, третьи места. Тохта Циров. Пацан, пригласи. Тохта Циров. Тохта Циров! Барана ему на шее. Пусть весь круг обойдет. Аплодисменты, товарищи! Он всем схватывает. Самые сильные болельщики. Молодцы! Кто хлопает сердце? Молодцы! Вот что у вас самый плохой сын был, вот как он. Хороший, пусть еще ваши аплодисменты. Сильнейший батыр 2015 года. Бабыр Тохтасинов. Спасибо за аплодисменты. Я микрофон не хочу давать, но когда председатель стоит, я не могу мы с вами здесь остаться.
Спасибо. Татар егетлері биюі исполняет группа ансамбля «Дослық», художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, кавалер ордена Дружбы народов, Рейса Баймурзина. Пожалуйста.